Сказка про единорога. Далеко-далеко в горах, там, где редко ступала нога человека, жили загадочные существа. Они были похожи на небольших лошадей, которые носят на голове большой рог, и назывались единорогами или единорожками. Редко можно было увидеть волшебное животное, которое прогуливалось по горным склонам. Единороги обитали в густых, непроходимых зарослях. Они ловко прятались от любопытных глаз в скрытых пещерах. Люди всегда вели охоту на них. Считалось, что рог единорога приносит удачу его обладателю, а из порошка, изготовленного из рога, делали чудодейственные снадобья, полностью восстанавливающие здоровье. Опытные охотники истребили практически всех загадочных животных. Только не добрались до самых далеких гор с их крутыми спусками и неимоверными переходами. Так, благодаря неприступности гор, поросших в низинах непроходимыми зарослями, сохранилась часть рода единорогов, которые скрываются от любопытных и жадных человеческих глаз. Они жили в постоянном страхе, зная, что за ними ведется постоянная охота. Осторожно спускаясь по склонам гор и пощипывая едва пробившуюся сквозь камни траву, единороги внимательно озирались по сторонам. Они старались быть как можно тише и незаметнее. Волшебные лошади выходили на трапезу ночью. В темноте их зрение и слух помогали обходить самые трудные препятствия. Так они спускались к горному ручью, чтобы напиться свежей водицы. Однажды у подножья гор заблудился маленький мальчик. Его семья остановилась у ручья, чтобы заправить опустевшие канистры водой. Измотанные долгой дорогой люди совершенно не заметили, как мальчик уснул на поляне возле ручья, склонив голову от усталости. Они отправились дальше, сквозь лесную чащу. До города оставалось еще очень далеко. Испуганный маленький человечек, когда проснулся, долго звал своих родных, но никто не отозвался на его крики о помощи. Мальчик горько-горько заплакал. Наступила ночь. Она принесла с собой холодный ветер. Мальчик спрятался в огромном кусте рядом с родником. Журчание воды немного успокоило его. Чувство страха не отпускало, а его сердце громко-громко стучало. К ручью медленно спускались единороги. Они шли осторожно, лишь изредка раздавался хруст ветки под копытами. Умные животные сразу почувствовали запах человека. Их тела насторожились, зрение обострилось. Единороги словно перешептывались между собой, едва кивая своими головами. Один из них, самый старший, смело шагнул навстречу к ручью. Он опустил голову к воде, практически рядом с едва дышащим от страха мальчиком. Их глаза встретились. В эти минуты мальчику казалось, что единорог разговаривает с ним, медленно задавая вопросы. Ребенок послушно отвечал, ежась от холода. Он сам не понимал, как лошадь может понимать человеческую речь. Единорог покачивал головой, и к нему подоспели остальные. Вдруг мальчику стало совсем не страшно, и он вышел из укрытия. Он был таким маленьким по сравнению с величественными, загадочными существами. Мальчик подошел к животным и стал гладить их шелковистые гривы. Он наслаждался их блеском и неповторимой мягкостью.
Единороги приняли мальчика в свою стаю. Они вместе двинулись обратно, помогая человеку пройти сквозь раздирающие кожу кусты, горные препятствия и охотничьи ловушки. Спустя годы один охотник рассказывал, что видел мужчину верхом на единороге, живущего далеко в горах. Этот мистический странник защищает волшебных животных от людской жадности и коварства и в наши дни.